Друзья, всем привет! Мы находимся в коттеджном поселке Павловы озера и продолжаем съемки нашего сериала по строительству одноэтажного дома для выставки Open Village 2025. В этой серии мы продолжаем строительство фундамента и посмотрим, что мы сделали на данный момент. Кто не смотрел предыдущие серии, можете посмотреть, будет ссылка вот здесь. В прошлой серии мы забивали сваи, а сегодня я расскажу, что мы сделали после. Итак, после забивки свай мы сделали распушение оголовков свай, далее выровняли песочную подушку, постелили пленку и залили под бетонку. Вот она. Под бетонку у нас залита из тощего бетона толщиной 10 сантиметров. Далее на подбетонку мы положили гидроизоляцию и далее начали возводить ленту из нашего фундаментного смарт-блока. Всего здесь уложено 7 рядов. Таким образом, высота техподполья у нас будет 1 метр 40 сантиметров. В процессе возведения ленты мы также ее армировали и после этого вызвали бетонный насос и залили бетоном. Далее мы привезли опалубку для перекрытия, и сейчас ребята производят подготовку к заливке перекрытия. Что такое фундаментный смарт-блок? Фундаментный смарт-блок – это несъемная опалубка из бетона для возведения ленточных фундаментов и цокольных этажей. Блок полностью заменяет промышленную опалубку из фанеры и упрощает возведение таких конструкций. Данную ленту ребята возвели за неделю, и мы считаем это достаточно быстро. Мы сейчас хотели подснять один блок, но, к сожалению, ни одного блока не осталось, потому что все четко были посчитаны и ушли на этот фундамент. Итак, ребят, для тех, кто не смотрел предыдущие серии, расскажу, почему выбран именно этот конструктив фундамента. Здесь у нас насыпной грунт. Соответственно, поэтому мы забивали сваи. То есть насыпной грунт, значит, сваи. Далее, здесь у нас перепад участка в пятне застройки порядка 1 метра. Перепад участка, значит, лента. И дальше у нас было два варианта. Либо мы делаем полы по грунту, то есть засыпаем все это пространство песком, либо мы делаем техподполье и монолитное перекрытие. Мы остановились на последнем варианте, так как считаем его более надежным. По стоимости данный фундамент с монолитным перекрытием получается сопоставим с вариантом засыпкой полностью вот этой ленты и полами по грунту. Но в данном варианте заказчик получает возможность обслуживать все коммуникации и имеет к ним доступ. И теперь я хотел бы рассказать любителям строить дома за миллион, сколько стоит данный фундамент. Изначально мы здесь закладывали плитный фундамент, так как не было геологии еще, не было топосъемки. И плитный фундамент по себестоимости под этот дом получался порядка 3 800 000 рублей. Данный фундамент обходится в 8 миллионов рублей. То есть практически в 2 раза дороже. Но здесь мы абсолютно уверены, что дом простоит не менее 100 лет, и никаких проблем с ним точно не будет. На самом деле, ребят, мы сегодня приехали на объект, чтобы снять заливку монолитного перекрытия. Но, как обычно бывает, наложилась куча разных обстоятельств, и сегодня заливать перекрытие мы не будем. Вчера у нас полдня шел дождь, и ребята не успели, к сожалению, доделать правильно все армирование, а сегодня нас еще подвел бетонный насос. Поэтому заливку мы перенесем, скорее всего, на воскресенье. Сегодня у нас пятница. Ну и в этом видео я хотел бы поговорить с прорабом Александром, который расскажет, как у нас проходило строительство данного фундамента. Александр, привет. Привет. Ну, рассказывай, как у тебя проходило строительство? Последний раз мы забивали здесь сваи,
Вот. Что сделали после этого? Какие возникли сложности? Вообще, вот ты первый раз, я так понимаю, ленточные фундаменты делаешь, да? Такие, да, такие первый раз. Вот. Вот расскажи вот про особенности. Ну, давай по порядку. Что делали, как? Да не было особых сложностей. Сложили фундаменты смарт-блоков. Все штатно было. Сармировали, залили, за неделю управились. Ну, давай, после свая мы что сначала сделали? Выровняли песочную подушку, да? Ну, да, выровняли песчаную подушку, утрамбовали, угу. Вот, залили под бетонку. Угу. Вот, соответственно, после чего приступили к монтажу ростверка, угу. Из фундаментных блоков. Ну, ленты, да? Ленты, ну, да, стен, цокольных стен. Ребята вот тоже первый раз делали такие фундаменты. Из фундаментного смарт-блока. Какой от них отзыв? Тяжелые блоки, вот, единственный вот минус, угу. То, что один блок 27 килограмм. Все остальное плюс, то есть это скорость работы, вот, и, в общем-то, сложно ошибиться при их монтаже. Там, когда вот, делаешь перевязку, то видно, как правильно ее делать, потому что колодец должен быть над колодцем. Угу. И вот, в общем-то, и все. Ну и по геометрии, я так понимаю, тоже достаточно ровно все получается. Ну да, они сами все ровные, то есть ничего плохого не могу сказать. Блоки мы укладывали на плиточный клей, да? То есть толщина шва там где-то 3 миллиметра, наверное, да? Получилось? Ну, там от 1 до там, 3 где-то так. Угу. За какое время мы сделали вот эту ленту, ребята? Саму ленту за 1 неделю. За неделю? 7 дней. То есть полностью с заливкой, да? Да. Ну, я думаю, что это достаточно быстро по сравнению с промышленной опалубкой. Кроме того, мы здесь можем четко выставить высоту, которая нам нужна, да? То есть промышленной мы все-таки привязаны к размеру опалубки. Ну, согласен. Вот, а здесь у нас все-таки шаг 200 мм, то есть это, в принципе, достаточно удобно. Ну и сейчас мы делаем перекрытие, то есть стоечки там вот эти вот маленькие, да? Я, кстати, даже не знал, что такие маленькие. Ну, не у всех они есть, на самом деле. Они бывают, в основном делают 3-метровые, там, 2-метровые перекрытия, тут метр. То есть поэтому нашли... есть определенные сложности вот с поиском таких стоек. Я понял. То есть нашли, смонтировали, сейчас делаем армирование. Да. Я так понимаю, немножко не успели сделать армирование. Ну, не стали спешить, решили спокойно все закончить, все проверить, после чего уже вызывать бетон, насос и все остальное. Ну, сегодня у нас пятница, соответственно, заливку, наверное, на воскресенье. Ну, да, завтра, послезавтра. Александр, а расскажи, как вы будете снимать вот эту вот фанеру, вытаскивать стойки, то есть потом, как вот это все демонтировать? Ну, через существующие люки в перекрытии одно останется, один люк в гараже, вот, а второй люк сделали временно. То есть для того, чтобы вынуть фанеру и ригели со стойками из подполья. Потом, соответственно, он будет также сбетонирован. Потом будем заливать, я так понимаю, стены из смарт-блока и заодно зальем вот этот вот. Да. Какой у нас дальше план работы? Вот сейчас мы зальем перекрытие. Что мы дальше будем делать с фундаментом? Дальше по плану гидроизоляция и утепление пеноплекса, ну, пенополистиролом экструдированным. Но для этого надо просушить сначала ростверк, чтобы он просох. Вот после того, как он просохнет, ну, обработаем праймером, битумной мастикой, приклеим на клей пену пенополистирол, грибами тоже это все закрепим и будем уже засыпать, делать обратную засыпку. Я так понимаю, мы сразу же сделаем какую-то и планировку участка, да? Ну, естественно, это удобно делать при обратной засыпке. Для того, чтобы мы потом вот по этой грязи уже не ходили, чтобы у нас все было ровненько, красиво, песочком здесь все было засыпано. Какой объем бетона у нас здесь на перекрытии? 60 кубов. 60 кубов на перекрытии. Ну, то есть я так понимаю, что пока у нас будет сохнуть наш цоколь, мы будем заниматься стенами. Ну, естественно, мы не будем ждать, когда он выскочит, мы будем дальше продолжать работу. По стенам. В течение какого времени мы планируем возвести стены первого этажа? Ну, ориентировочно 2-3 недели максимум. Ну, давай в 2 недели попробуем вложиться. Ну, попробуем. Здесь народу много, должны успеть. Ну, и потом, соответственно, перекрытие у нас, и дальше парапет, и все понятно. Ну, здесь главное нам поймать теплую погоду для того, чтобы... Вот это все высохло, и чтобы загидроизолировать, и, то есть мы привязаны здесь к погодным условиям, да? Да, совершенно верно. Итак, ребят, в следующей серии мы будем возводить стены первого этажа. Поэтому, кто хочет следить за данным проектом, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, ну и напишите ваши вопросы в комментариях, если что-то осталось непонятно. А на этом я с вами прощаюсь. И помните, сначала думаем, а потом строим.
а не наоборот. Все, ребят, всем пока.